Но большинство людей даже сейчас не знают, насколько сильно вредят они себе, если не пользуются энергиями природы. Насколько сильно они гробят свою жизнь. Например, в основном сейчас женское бесплодие возникает от того, что женщина не ходит по земле, в лесу не гуляет, на солнышке не сидит, в речке не купается, а ходит по асфальту и живет на 10-м этаже многоэтажки. Просто поселиться на 10-м этаже многоэтажки уже означает привести себя к бесплодию. Или подводить себя к бесплодию. Потому что для того, чтобы гормональные функции у женщины работали нормально, она должна жить на нижних этажах, ближе к земле. Женщина должна возле земли жить, для того, чтобы у нее гормоны работали. И лечение бесплодия также происходит, когда женщина гуляет по речке, по мокрому песку, потому что две энергии лечат женское бесплодие. Энергия земли, энергия воды. А когда вместе они, это берег реки, это означает уже женское здоровье. Если каждый день гулять по берегу реки, то можно сильно улучшить женское здоровье, особенно если солнце еще светит, или по берегу моря.